Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас всех видеть, рад с вами общаться. Сегодня у нас пятница, около часу дня по вашингтонскому времени. И сейчас у нас вторая часть марлезонского балета на основании интервью Сергея Пугачева украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Сегодня мы поговорим с вами о одной из крупнейших афер 90-х годов прошлого века, в котором участвовал Кремль, вместе с Кремлем вся Российская Федерация, в которой участвовал Путин, Сергей Пугачев, и которая, с моей точки зрения, стала историческим событием в развитии России после Советского Союза. Потому что если бы ее не было, или если бы люди вовремя, которые в ней участвовали, были наказаны, то сейчас бы, наверное, не было президента такого в России, как Владимир Путин, и, возможно, страна была бы другой. Ну, начнем сначала. Был такой, есть такой этнический албанец, уроженец Косово и международный бизнесмен по имени Баджет Паколли. Он происходил из бедной семьи, потом перебрался в Федеративную Республику Германии. Он много работал, заработал себе, не покладая рук, на учебу, получил там образование, стал бизнесменом. И в 90-м году открыл в швейцарском городе Лугано строительную компанию. Затем где-то через год, через два, эта компания открыла офис в Москве. И вскоре он познакомился с гражданином Российской Федерации Павлом Бородиным, который в то время выполнял функции мэра Якутска. Бородин пригласил Паколли с его компанией в Якутск, и что-то там Паколли и его компания Mabetex построили. Бородин и Паколли, как два берега одной реки, нашли друг друга в этом бизнесе. Вскоре в Якутск приехал президент Ельцин. Оказалось, что Бородин был большим мастером оказывать радушный прием высокопоставленным гостям. Согласно разговорам, легендам, которые я слышал, а может, не легенда, может, это правда, он устроил грандиозную баньку для Бориса Николаевича. Ну, как водится, с пельменьками, с водичкой, водочкой. В общем, банька зашла. И Борис Николаевич в том же году перевел Бородина в Москву. И вскоре он получил должность управ делами президента Российской Федерации. То есть это был человек, который управлял всем имуществом Кремля. А надо сказать, что оно огромно. И по словам самого Бородина, был период, когда в его распоряжении было больше денег, чем все валютные запасы Российской Федерации. Ну, может быть, это и так не мудрено было, потому что, я напомню, 93-й год, цены на нефть низкие, недавно распался Советский Союз, Россия была голая, босая, голодная. Она жила за счет, в значительной степени, за счет подачек ненавистного Запада, Соединенных Штатов, Западной Европы. Я сам помню, как в 93-м году мой сын, который ходил в начальную школу в Москве, приносил оттуда, со школы, ланчики. Это те ланчи, которые, значит, привозились на самолетах ВВС США, они садились в Чкаловском. Это американцы, НАТО, привозили, чтобы кормить детей в Москве. Ну, наверное, кроме Москвы и, может быть, Петербурга, мало до каких городов и весь России это все доходило. Так вот, страна жила на подачке.
клянчила везде денег. Но сердобольный Запад шел навстречу. Президентом США тогда был Билл Клинтон. США была Соединенные Штаты были единственной сверхдержавой. Настроение у Клинтона было благодушное. И он отстегивал от Соединенных Штатов помощь России своему другу Борису. Ну и с подачи и при поддержке США европейцы, в частности Парижский клуб, выделяли миллиарды. И вот в такой ситуации Паша Бородин задумал грандиозную аферу. Он решил, что надо по-хозяйски распорядиться с теми миллиардами, которые поступают с Запада, от западных лохов в Москву. И почему бы на этом деле не сделать небольшой гешефт. Вскоре представилась возможность. Если вы помните, в октябре 1993 года Борис Ельцин подавил мятеж Государственной Думы. Здание Госдумы было обстреляно, требовало ремонта. И Паша Бородин подрядил под это дело фирму «Мабетекс» Беджета Паколли. После этого последовали ремонты. Ну ладно, это здание, да, оно было повреждено и так далее. Но после этого последовали ремонты зданий правительства Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы и, самое главное, Кремля. То есть не было более уголодной страны с полуразрушенной экономикой, с голодным населением. Не было более важных задач в то время, как реконструкция, реновация Кремля, которая по некоторым цифрам, которые тогда появлялись, обошлась в 100 миллионов долларов. Был даже случай, когда президент Клинтон приехал в Москву с визитом, Ельцин повел его показывать вот этот отреставрированный Кремль. Опешивший Клинтон смотрел широко открытыми глазами на вот это все сверкающее, горящее, позолота и золото. Да, он, кстати, спросил, это что у вас золото? На что Ельцин хмыкнул, типа, за кого вы нас принимаете? Говорит, да нет, это не позолота, это настоящее золото. И Ельцин, и Клинтон тогда сказал одному из своих помощников, и эти люди просят у нас денег и просят у нас продовольственной помощи. Он был в шоке. Но все это реновация, она была затеяна, оказывается, не только для того, даже не для того, чтобы это впечатлить Клинтона или чтобы Кремль краше стал. Это было затеяно для того, чтобы сделать бабки на стороне. Что они сделали? Значит, идея какая была? Она была масштабная. Ну, с одной стороны, сделать деньги, с другой стороны, президентскую семью и самого президента посадить на иглу, как на наркотик, посадить его на финансовую иглу, короче говоря, коррумпировать и сделать его марионеткой и членов его семей. И для этого, значит, нужно было создать, так сказать, инфраструктуру. Был Павел Бородин, это, так сказать, разработчик всей этой аферы, и к нему, значит, у него тогда уже в качестве его тени, его так и называли иногда, тенью Павла Бородина, был Сергей Пугачев. Это его высочайшее тогда достижение было. Он выполнял роль мальчика Бородина. Но им нужен был еще человечек в администрации Кремля, который бы руководил бумажками там, и в случае чего, чтобы он мог взять удар на себя. Потому что кроме вот идеи увода части денег, полученной от иностранной помощи за рубеж, была еще идея вот какая. Кредитов Российской Федерации уже не давали. Не подо что было. Активы не стоили ничего. Кроме одних. Была собственность за рубежом. Это были земли, здания. И как сказал вот в одном из своих интервью, упомянул Сергей Пугачев, под активы Российской Федерации не давали ничего, но был кусок земли, допустим, участок земли в Токио, вот под него могли дать. Надо было посадить человека, который в администрации Кремля,
который управлял зарубежными активами. Вот как сказал Сергей Пугачев Дмитрию Гордону, в то время там сидел какой-то невнятный парень, который, в общем, полный дебил, сидел, бумажки перебирал и даже это не мог делать как следует. И тут возникла идея, как ее описывает Сергей Пугачев в интервью Дмитрию Гордону, а это, конечно, была песня. Бородин говорит мне: помнишь Путина? А это, кстати, Путин, вот он был шефом компании избирательной Собчака, Собчак проиграл, Путин был безработный на улице. Так вот, помнишь Путина? Можешь взять его в себе. А я в то время, говорит Пугачев, занимался иностранной собственностью. А Путин был, значит, у Собчака по иностранным делам. Давай его туда, говорит Бородин. Я говорю: а почему нет? Он сейчас безработный, на улице, в гостинице «Москва» живет. То есть у Бородина и у Пугачева созрела идея, даже, скорее всего, ну, Пугачев был мальчиком при Бородине, у Бородина созрела идея пригласить Путина. Почему Путина? Его пригласили, вот, почему Путина притащили в Москву? Его притащили, потому что у него был опыт, который делал его подходящим для той аферы, которую они замыслили. Какие это подходящие качества? Это не государственный муж, который будет потом, будут говорить, он собиратель земли русской обратно. Это не стратег, это не тот, который всех будет в мире переигрывать. У него был опыт такой, если вы помните, наверное, большинство помнят. В начале 90-х, когда он работал в мэрии, он был вовлечен в скандал с кражей и отмыванием денег. Это была афера. Продукты, нефтепродукты в обмен на продовольствие. Когда Ленинград, как Москва, да, Ленинград хуже, чем Москва, то есть Петербург, он жил в предблокадном состоянии, в том смысле, что еды не было. И тогда правительство в Москве выделило нефтепродукты. Под руководством Путина мэрия должна была продать, на вырученные деньги закупить продовольствие для голодающих Петербурга. Вы можете себе представить, что во время войны блокада Ленинграда, там Жданов осуществляет партийное руководство блокадном городе, ему поступает продовольственная помощь, а он ее реализует где-то на Западе и складывает деньги в швейцарский банк. Ну, то есть, это такую ситуацию представить себе невозможно. А это то, что сделал Путин со товарищами. Они продали нефтепродукты, но нефть в Петербург, то есть продовольствие в Петербург так никогда и не поступило. По этому поводу было уголовное дело, было разбирательство, помните, доклад комиссии Салье, было уголовное дело, которое закрыли только тогда, по-моему, когда Путина сделали премьер-министром. И кроме того, у него был опыт работы за границей. Во-первых, это афера была связана с заграницей. Ну и в Дрездене он до этого был, то считалось КГБшник, ловкий, с опытом работы, с опытом участия в афере. Наш парень подойдет. И вот для этого его вызвали в Москву и сделали его начальником отдела по управлению иностранной собственностью. Он сидел, он работал вместе с Пугачевым, они отбирали участки там земли или здания за рубежом, под которое Пугачев потом вел переговоры для того, чтобы взять кредиты. Ну, официально это, конечно, было для интервью, для государства, конечно, старались, для народа. Ну, вы же понимаете, да, в результате вот этих таких забот о государстве и народе и складывалось личное состояние Сергея Пугачева, которое потом, значит, пиковый год, 2008, составляло около 2 миллиардов долларов. А потом, когда в Лондоне его уже, когда он проходил все эти судебные инстанции в Лондоне, по решению лондонского суда ему заморозили его активы по всем странам мира в размере 15 миллиардов долларов. Так вот, еще раз, Путина взяли. Какие качества нужно было дать человеку для того, чтобы потом стать президентом Российской Федерации? Быть мошенником, иметь опыт
крупных мошеннических операций с зарубежными странами. Вот с этим его и взяли. Итак, Путин попадает в Кремль, садится на государственную собственность за рубежом, и совместно с Сергеем Пугачевым они ее окучивают. Проходит время, и разгорается скандал. В Банко дель Готардо, это в том же Лугано, где штаб-квартира фирмы «Мабетекс», работает выходец из иммигрантов из Советского Союза, израильский гражданин, который имеет вид на жительство в Швейцарии, и он же сотрудник этого банка, обращается в прокуратуру Швейцарии, доходит аж до генерального прокурора Карла Дель Понто с заявлением. Он имеет на руках счета проводки через счет этой фирмы «Мабетекс» в своем банке и показывает, что там отмывается или используется для подкупа высших должностных лиц Российской Федерации порядка 60 миллионов долларов. Генеральный прокурор Швейцарии Карло Дель Понто входит в контакт с генеральным прокурором Российской Федерации Юрием Скуратовым. В то время генеральный прокурор Российской Федерации был гораздо менее зависим и менее послушен от центральной власти, от Кремля, чем сейчас. И Юрий Скуратов приглашает Туровера в Москву, тот приезжает, делает заявление, и в Москве открывается уголовное дело. Начинается расследование в Москве, в Швейцарии. В ходе расследования устанавливается, что в этом же банке Дель Готардо открыт был счет на имя Паши Бородина, который дал указание, вернее, дал полномочия пользоваться им своей дочери и Баджету Паколли. Баджет Паколли перевел туда деньги. Значит, туда он перевел десятки тысяч долларов, а был еще венгерский банк, на который он перевел, по-моему, около миллиона. И вот деньги, да, были имитированы, выданы кредитные карточки. Одна на имя президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина. Причем пикантная особенность этой карточки была, что она была выдана компании, которая занималась продажей женского нижнего белья. А две карточки Еврокарт были имитированы одной из структур, принадлежащих Сергею Пугачеву. И эти две Еврокарт были переданы двум дочерям Елене Акуловой и Татьяне Дьяченко. То есть через ту карточку, значит, со счетов оплачивались карточки, потому что, насколько я понимаю, эти карточки были, ну, поскольку ни Ельцина, ни у его дочерей не было кредитной истории, то им, видимо, выдали так называемые secured card или обеспеченные карты. То есть ты кладешь деньги в банк на сумму, скажем, 10 тысяч долларов. Вот тебе выдают кредитную карточку до 10 тысяч долларов, и ты пользуешься. То есть это фактически не кредит, но это возможность пользоваться карточкой и создавать себе кредитную историю. Но их нужно пополнять, потому что потратил ты 10 тысяч, и все, надо туда опять класть деньги, и опять их тогда можно было использовать через карточку. И вот для этого и нужны были вот этот счет в банке, в этом самом, в Банко дель Готардо. В общей сложности через этот счет прошло, кажется, если я не ошибаюсь, дело-то давно было, по карточке Татьяны Дьяченко около 600 тысяч долларов, по карточке Бориса Ельцина там гораздо меньше. Но что главное, что свершилось? Вы понимаете, это свершилась мечта любого коррупционера, который хотел тогда стать богатым. Они посадили на эту иглу, они коррумпировали президента Российской Федерации и членов ближайших его родственников. Ну, а Татьяна Дьяченко, ее чуть ли не вторым президентом России называли. Чем дальше срок Ельцина шел, тем больше она брала бразды правления в свои руки.
Их коррумпировали, их посадили на эту иглу. Все, теперь можно, теперь страна твоя, она тебе принадлежит. Борис Ельцин, он празднует с тех пор, как стал президентом Российской Федерации. Он победил Горбачева, он ему отомстил за то унижение, которое он однажды испытал еще во времена Советского Союза. Когда, если вы не помните, значит, там была история такая мутная. Ельцин поздно вечером под шофе с букетом роз шел в какой-то там санаторий на Воробьевых горах, тогда называлось Ленинские горы, там, где были медсестры какие-то красивые. Ну и там разгорелся скандал, то ли его не пускали, то ли что-то произошло. Короче говоря, его сбросили в речку, он искупался, был доставлен в милицию, грязная история. Его тогда любили в партийных организациях страны, тогда любили устраивать персональное дело коммуниста, там Иванова, Петрова, тут они устроили персональное дело коммуниста Ельцина и транслировали его на всю страну по телевизору, разбор полетов. И там вставали товарищи по Политбюро и говорили: «Борис, ты не прав, так жить нельзя» и так далее. Вот вся страна смотрела на этот ужас. И вот я думаю, что это значительно повлияло на то, что дальше произошло в Советском Союзе. То есть главной целью жизни Ельцина стало отомстить. И он отомстил путем развала Советского Союза. И как только это произошло, он начал праздновать. А за его спиной проходили, там управляли страной всевозможные проходимцы. То есть они взяли это все, страну, в свои руки. Банк, Межпромбанк Сергея Пугачева стал уполномоченным банком правительства. То есть ему позволяло все. Этот банк не мог прогореть. Он работал только по государственным заказам и в личных целях его владельца. Причем надо сказать, что ни один из тех банков, которые создавал Сергей Пугачев, ни один из них не был банком в полном смысле слова. Он не работал с клиентами. Там не было личных вот клиентов, как это принято в банках, потому что дело муторное, прибыли приносит немного, ну нафиг это, этим делом заниматься. А тут тебя подключают крупнейшие государственные учреждения, крупнейшие государственные предприятия, и ты их обслуживаешь, и все хорошо идет, а самое главное, ты не можешь провалиться, тебе не страшен никакой голод, никакой финансовый кризис. И вот происходит этот кризис. Рушатся банки, хотя надо сказать, вот смотрите, состояние на 1 сентября 1996 года, активы банка составляли 447 миллионов долларов, немалая сумма, да, почти полмиллиарда, но это было на порядок ниже, чем крупнейших банков страны, у крупнейших банков страны в то время, таких как СБС Агро, Инкомбанк, Менатеп, Мост. А вот уже где-то в 2008 году общие активы Пугачева составляют примерно 2 миллиарда долларов. Ну вот, значит, разгорается кризис, финансовый кризис 1998 года. Банк спокойно его переживает, я имею в виду Межпромбанк Пугачева. И даже его капитализация возрастает в 10 раз. Каким образом это происходит? Очень просто. Он происходит на бумаге. То есть фактически это было то ли пробел в законодательстве, то ли легкое мошенничество. Из банка выдаются кредиты или суды различным там организациям, аффилированным лицам, скажем так. Они обратно тут же вкладывают эти деньги в качестве активов этого банка. И таким образом на бумаге увеличивают его капитализацию до 1 миллиарда долларов, в 10 раз фактически. Зачем это нужно было? А потому что банк с капитализацией, ну, одно дело, когда капитализация там 100, 200, 400 миллионов, другое дело миллиард. Под него можно брать уже больше. А идея состояла-то в чем? Как я вам сказал, идея стояла, это была крупная вторая часть аферы для того, чтобы использовать зарубежные активы Российской Федерации, для того, чтобы брать под них кредиты и пускать их на свои собственные частные бизнес-проекты. И вот в этой афере участвовали уже Бородин, его тень Пугачев
и Путин, который сидел, так сказать, на телефоне, на документах, на бумажках, которые, значит, относились к управлению иностранной собственностью Российской Федерации. Когда разгорелся вот этот скандал с фирмами Мабетек и Мерката, а он был таких масштабов, что даже президент Клинтон нашел необходимым поднять телефон, позвонить своему другу Борису и сказать: ну нельзя же так, ну, Борис, ну ты не прав. А в Европе все бушевало. Швейцария требовала полномасштабного расследования Карла Дель Понте, она била в бубен, обещала наказать всех виновных. Что-то надо было делать. Значит, и что происходит дальше? Дальше Путина делают, вот эти же люди, Путина делают директором ФСБ. Цель этого назначения. Но я вам уже рассказывал неоднократно, что у Путина в области разведки, где он никогда не работал, да и контрразведки, потому что нечем было заниматься в области контрразведки в Ленинградском управлении КГБ, не было никакого опыта. Его назначили туда, значит, причина первая. Борис Ельцин боялся, что ФСБ снюхается с Генеральной прокуратурой во главе со Скуратовым, и тогда конец, тогда они раскопают. Достаточно было в полном масштабе российским правоохранительным органам посотрудничать с Генеральной прокуратурой Швейцарии, и все. Документы имеются, с Россией немножко там допросить лиц, добавить к документам швейцарской прокуратуры, и все, и уголовное дело, понимаете, это импичмент, все летит к чертям, крах политической карьеры Ельцина. Но страна бы осталась чистой, более-менее. И не тащила бы этот хвост за собой коррупционный, который бы развивался последующие еще 22-23 года до настоящего времени. Поэтому его назначают туда, в ФСБ. Но поскольку Малый считается такой не шибко умный, скажем так, Бородин, как говорит Сергей Пугачев Дмитрию Гордону, назначил ему в помощники двух толковых людей, как он считал. Значит, двух толковых людей — это был один из них Виктор Иванов, представитель Ленинградского управления КГБ, где он заведовал кадрами. А потом Патрушева еще подогнали, значит, и они там менялись один за другим. Один был шефом управления собственной безопасности, потом другой был на этой должности. Вместе они вычистили нафиг всех московских представителей КГБ, ФСБ, которые, ну, хоть были у них недостатки, конечно, но эти люди хоть знали, как ловить шпионов, потому что это была единственная Москва, единственным городом, где когда-то ловили шпионов. В Ленинграде их не ловили никогда. И поставили на свое место, на их место людей, которые привезли они из то ли Карелии, то ли Ленинграда. В общем, своих людей, которые толком в профессии не знали. Но их не надо было знать, им надо было прикрыть это дело под руководством Путина. Что они и выполняли. Но не совсем это дело получалось, все это оно шло со скрипом. Короче, надо было избавляться от Юрия Скуратова, и тогда возникает вот это видео лицом, похожим на генерального прокурора Российской Федерации, в компании обнаженных жриц любви. Ну и поскольку съемка была некачественной, и можно было оспаривать, что это генеральный прокурор Российской Федерации, можно было говорить, что я не совсем похож, но тут Путин вышел уже и публично признал, что да, это так. То есть он взял ответственность на себя, и он подтвердил. Юрий Скуратов был уволен, дело было закрыто, прокуратура в Швейцарии попыталась продолжать его, Павел Бородин был объявлен в международный розыск. Даже в 2001 году, да,
он был приглашен, вернее, американцы это так устроили, ему приглашение на инаугурацию Джорджа Буша в качестве президента. Причем американское посольство не поставило ему визу въездную в паспорт, сославшись на то, что там не разбери их, а времени уже нет, потому что если бы они поставили, потом его нельзя было бы задерживать, сказали бы, ну, ребята, а зачем же вы ему визу поставили, то есть вы человеку ловушку подготовили. Значит, американцы не поставили ему визу, сославшись на нехватку времени, он туда приехал, и его арестовали, задержали. Просидел он пару месяцев, по-моему, в тюрьме во Флориде, если я не ошибаюсь. А потом его экстрадировали в Швейцарию. Там он предстал перед судом. Его выпустили под залог где-то около 6 миллионов долларов. Он уехал в Россию, но потом приезжал в Швейцарию, давал показания. Но швейцарцы мало что могли сделать. Им нужно было содействие России, российских правоохранительных органов. А те не сотрудничали после того, как убрали Скуратова. И дело закрыли. Вернее, не совсем закрыли. Его все-таки так и там приговорили и оштрафовали на 175, по-моему, тысяч долларов. Но это уже был не тот размах, который мог бы иметь, если бы дело раскрутили полностью, до конца. И вот такая вот ситуация возникла. Значит, тогда, это был уже взлет Путина, поняли, что человек, во-первых, его можно использовать в крупных аферах, связанных с дерибаном денег, которые поступают в Российскую Федерацию в качестве кредитов, помощи, займов там и так далее. Его можно использовать в всевозможных аферах за рубежом, связанных там с активами российского государства или другими активами, что это человек, на которого можно положиться, вот поверят, дали ему поручение это дело развалить, расследование дела Мабетекс в Российской Федерации. Он его развалил, даже публично это все взял ответственность на себя и подтвердил эти все аутентичность видеозаписи якобы генерального прокурора Скуратова. Ну и вот тогда, видимо, впервые и возникла идея, что на этого человека можно положиться и можно его толкать дальше. Ну вот, значит, как нам рассказывает Сергей Пугачев, конечно, это то, что он, вот как он рассказывает все это, чистой воды, конечно, хлестаковщина. Потому что, ну смотрите, значит, из его рассказов он, во-первых, он его трудоустроил в Москве. На самом деле, даже если знать всю подноготную, бэкграунд тех событий, которые тогда имели место, этого сделал не он, а Павел Бородин. И вся идея этой всей грандиозной аферы, для которой понадобился Путин, она родилась в голове Павла Бородина, который и пострадал, его репутация, да, в 2001 году. Срок маленький, правда, но отмотал два месяца в американской тюрьме. Но все-таки это был не Пугачев. Пугачев во всем этом деле тоже был мелкой сошкой, тенью Бородина, которому он обязан был развитием своего бизнеса. Потому что до этого он, ну ладно, там отмывал, помогал отмывать какие-то деньги. Но это был уже не тот масштаб, когда он стал правой рукой самого, пожалуй, богатого человека тогда, чиновника Российской Федерации, который ворочает деньгами, превышающими по своим масштабам валютные запасы Российской Федерации. Таким образом, значит, после того, как Путин вот попал на эту должность, дальше ему был открыт путь в ФСБ, это тоже, как говорит Пугачев, сделал он. Дальше Пугачев же якобы сделал его премьер-министром. Дальше Пугачев же его сделал премьер-министром. Как он утверждает, причем, ну, конечно, такие босяцкие разговоры, типа там я звоню Путину, типа Володя, приезжай ко мне, Володя, приезжай, я ему говорю, есть мнение, Володя, не, ни в какую, я ему говорю, Володя, надо, Володя, да не, не, я говорю, надо, Володя, все, успокойся, ну, вот такой разговор, да. Ну, и также было по поводу
назначения, вернее, выбора Путина в качестве президента. Бородин дал указание Вале. Ну, а вот надо сказать, что вот эта часть разговора, рассказа Пугачева о том, что он вошел в близкие отношения с ближайшим семейством Ельцина, это, видимо, правда. Почему? Да потому что они сидели у него на его карточках, он их оплачивал, они были у него на содержании, поэтому, да, это, видимо, и правда было. Ну вот, так он и сделал. Значит, ну, это, конечно, не он сделал, но разговор очень похож был. Видимо, это и был узкий круг тех людей, я имею в виду Бородин, в меньшей степени Пугачев, в какой-то степени Путин был к этому делу причастен, которые вот и сделали Путина преемником Ельцина. Почему? Да потому что им самим нужна была защита. Семейству Ельцина надо была защита за те деньги, которые они уперли. Это же деньги были. В Америке тоже шло расследование по этому поводу. Это были деньги, в частности, Международного валютного фонда, который выделил Российской Федерации на проведение реформ, на, значит, приобретение предметов самой необходимости, включая продовольствие для населения. А они, вот эта группа негодяев, выводили эти деньги в огромных масштабах за пределы страны, клали на свои счета и вот таким образом создавали миллиардное состояние. Конечно, им надо было прикрыть все части своего тела, потому что Ельцин, он слетал с катушек, он становился уже не то что неуправляемым, он становился никаким, он не мог выполнять свои функции даже в лежачем положении. Поэтому вопрос о том, кто будет преемником Ельцина, становился для них же вопросом своей собственной безопасности. Каким образом, вот вопрос у меня был, каким образом, правильно или неправильно описывает Пугачев Путина, каким он ему являлся и виделся? Ну, видите ли, каждый человек воспринимает другого человека по-своему. Один так воспринимает, другой сяк воспринимает. Но, в принципе, вот я должен сказать, что если убрать вот этот налет хлестаковщины, который красной нитью проходит через интервью Пугачева Дмитрию Гордону, в принципе, его оценка Путина, личности Путина, она совпадает с тем, что я говорил о Путине уже более 10 лет. Итак, слабый, неуверенный в себе, не заинтересованный в том, что делает, ленивый, да, очень завистливый, да, не образован, читать не любит, книг не читал, даже документы читать не любит. Он ничего не умеет, не любит делать своими руками. Вот это важное, то, что сказал Пугачев, и то, что я вижу, прежде всего, это важнейшая черта Путина, которая влияет, поскольку он является президентом Российской Федерации, во главе вертикали пресловутой. И это отражается на всем государстве. Это человек, который ничего не любит, он не любит брать ответственность на себя. Отсюда вытекают очень важные вещи, когда вот говорят, что Путин там готов напасть на Прибалтику, чтобы разрушить НАТО, что мы такие ребята, да мы сейчас на красную кнопку, если что, мы не постоим перед ядерной войной для того, чтобы отстоять свои интересы. Все это блеф. Коррумпированный человек, мошенник, вор, он не может брать ответственность на себя, и он не может принимать такие решения, которые нанесут удар по всему тому, что он непосильным трудом наживал всю свою сознательную жизнь. Он не берет на себя ответственность и во внешней политике, да и во внутренней политике. Он делает все, обставляет так, чтобы нельзя было к нему предъявить никакие претензии. А поэтому на крайние меры, самые отвязные, как крупная война и так далее, он не пойдет. И это нужно понимать, это очень важно. Ленивый, да, ленивый. Вот только единственное,
комплекс. Где-то Пугачев проронил в интервью, что Дмитрий Гордон его прямо спросил, говорит, а как у него насчет комплексов? А он говорит, да вроде нет, никак. Вот здесь ошибка. Есть у него сильнейший комплекс, нет полноценности, и это важнейший второй, пожалуй, после его нежелания брать ответственность на себя, вот эта трусливость. Вторая важнейшая черта его характера – это жесточайший комплекс неполноценности, который сквозит до сих пор во всем его облике. Несмотря на то, что 20 лет вся кремлевская пропаганда прилагает невероятные усилия для того, чтобы сделать из него мачо-мена, да и денег у него много, немерено для того, чтобы подкрепить эти усилия, а все оно сквозит как-то получается, понимаете? Маленький, плюгавенький, ленивенький, без царя в голове. Вот отсюда идет эти полеты со стерхами, это съемки с обнаженным торсом, на котором перед этим сделали искусственную депиляцию. Кстати, это вот западноевропейские журналисты, специалисты обнаружили следы депиляции на фотографии путинского торса. Здесь же вот эти каблучки высокие, которые он одевает, специальные туфельки, которые он одевает вместе с этим, со своим ближайшим визави Медведевым. Вот эти все ныряния с аквалангом аж на 3 метра в глубину, где он достает амфоры, которые лежали там 2000 лет и дождались его. Это обнимки, петинг с усыпленной специально для этого тигрицей. Это все отсюда. Вот этот комплекс, комплекс дичайшей неполноценности, который он подавляет или пытается подавить вот этими всеми понтами. Отсюда у него понты уже, понимаете? Все это как-то связано одно с другим. Человек он не системный, он спонтанный. Он не любит принимать решения. Это тоже, вот это очень сильно, да, он не любит принимать решения. Это связано с его стремлением постоянно избежать ответственности, нежелание принимать решения, потому что он не желает брать на себя ответственность. Это вот из конторы, причем конторы – это вот это ее внутренней части, пятое управление КГБ, где главное было не подставиться. Ну, то есть шпионов они не ловили. Шпионов они, главного противника не вербовали. Главная задача для спокойной карьеры была не подставиться, чтобы на какой-то мелочи тебя не поймали. Я помню, у нас был в американском отделе уникальный тип. Он просто уникальный. Как его туда занесло, одному Богу известно. Он, видимо, в транзите был, назначение с одной должности на другую. И там надо было где-то ему пересидеть. Вот его через наш отдел провели, аж в должности замначальника отдела. Это был уникальный тип. Он умудрялся увильнуть от подписи любой телеграммы, которая исходила из отдела, даже самой незначительной, даже телеграмма такого содержания, допустим, там, завтра в 20 часов по московскому времени из Шереметьево вылетает наш оперработник, который через Монреаль летит в Нью-Йорке. В Нью-Йорк, значит, прилетает через Монреаль, да. В Монреаль он прилетает рейсом таким-то, просим его встретить и припроводить с одного аэропорта в другой, чтобы он сел на самолет из Монреаля в Нью-Йорк. Ну вот, то есть какая там ответственность. Но я помню, однажды пришел я к нему с этой телеграммой, кладу ему на стол, он так ее читает, раз, прочитал, два, взялся за голову, закатил глаза куда-то в потолок, опять задумался, закрыл глаза. То есть такое впечатление, как будто он сейчас продумывает операцию о том, как Штирлица внедрить в ближайшее окружение Гиммлера, ну не меньше. А потом внезапно вот так вот, он хватается за ногу, имитирует какую-то там судорогу, и вдруг, опять схватило, извини, говорит, мне сейчас надо срочно на процедуру в медицинский кабинет. Занеси Лёве яйца, Лёве Зайцеву, он подпишет.
Ну, вот так он даже не подписал вот эту телеграмму. То есть это мне знакомо. Видимо, он такой же был, Путин, такой же, как и этот человек. Что происходит дальше у нас? Павел Павлович Бородин, ну вот, прошел все это. Но если на этих аферах Сергей Пугачев поднял 2008 года, это было 2 миллиарда долларов, британский суд заморозил ему в 2014 году своим решением активы на 15 миллиардов долларов, 15, то, видимо, Павел Бородин стоит как-то так не меньше, если не больше. Большими деньгами человек ворочал. Поэтому его назначили, ему надо было какой-то иммунитет создать, поэтому ему создали вот эту должность, секретарь союзного государства России и Беларуси, на котором он сидел долгие годы. А потом все, значит, его заменили на этой должности, и последний раз он засветился публично в очень интересном эпизоде. Вот вы видите сзади меня вот эта книга, да, «Американский компромат», который мы сделали вместе с Крэгом Ангером. Крэг Ангер отследил Бородина в очень пикантном деле. В прошлом году в Соединенных Штатах был арестован педофил Джеффри Эпштейн. Он еще до этого арестовывался, но потом его как-то так отпустили благодаря связям и влиянию. Связи у него были колоссальные. Он был когда-то другом Трампа, правда, потом они рассорились. Но наконец-то его взяли, причем взяли серьезно. В процессе расследования обнаружилось, что через него спецслужбы России выводили в Соединенные Штаты девушек, некоторые называют их пониженная социальная ответственность, а я думаю, что это медовые ловушки, которые вот таким образом инфильтрировали Соединенные Штаты. Что интересно было, у него был такой домик в Нью-Йорке, без окон, без дверей, где происходили всевозможные оргии с несовершеннолетними девушками. И там были замечены бывший премьер-министр Израиля, принц из дома Виндзоров в Великобритании, один из наследников британского престола, и другие высокопоставленные люди. И оказалось, что там же, в этом домике, в этом здании, велась запись, видеозапись всех этих оргий. Количество этих видео составило сотни DVD, которые оказались в распоряжении полиции Майами, которая тоже была причастна к расследованию этого дела. И вот один из этих полицейских, который вел расследование в Майами, он как-то так рассорился сначала с начальниками, потом, значит, ушел в отставку. Причем ушел в отставку вместе с этими DVD. И потом раз – он исчез. Он был обнаружен через несколько месяцев уже в Москве на встрече в ресторане с Павлом Бородиным. И вот спрашивается. То есть основной актив, авуар этого копа, с которым он бежал в Москву, это были вот эти видеозаписи, этот дичайший компромат. Трампа там не было. Кстати, в этом компромате. Но там был компромат на других важных и влиятельных людей. И он ринулся в Москву. И он, этот коп, какой-то коп встречается с человеком, который был чуть ли не секретарем союзного государства. Он управлял делами Кремля. Он ворочал громадными деньгами. Какие общие интересы у него могут быть с вот этим копом? Интерес, как я полагаю, один. И Крэг Ангер провел с ним интервью с этим копом, из которого было следовало, что он искал покупателя, кому бы сдать этот компромат. И вот, видимо, один из этих людей был Павел Бородин. Но надо отдать должное, к нему же так просто не дозвонишься. В справочнике Москвы, Московской области там нет такого, наверное. Павел Бородин, звоните по такому-то номеру телефона, нашли, вывели. И единственное, как я считаю, я думаю, что единственная серьезная организация в Российской Федерации, которая серьезно нужна, наверное, такого рода материалы, как видео, DVD, это было ФСБ или СВР,
Скорее всего, я думаю, ФСБ. Таким образом, он появляется тут, вот где она проявляется, ассоциации, связи спецслужбы со своими помощниками, назовем их так, или агентами. Ну вот, значит, что привело к краху Сергея Пугачева? Я думаю, язык. Язык мой, враг твой. Язык мой, враг мой, да? И вот это, скорее всего, хлестаковщина. Он же наверняка, то, что он рассказывал Дмитрию Гордону, может быть, в меньшей степени, но рассказывал и другим. Уже Путин президент. Вроде он вписался, он приобрел даже пару предприятий. Вот Северная верфь, допустим, в Петербурге, которая занимается строительством кораблей для военно-морского флота. Но он наверняка же рассказывал, как он близко знаком с Путиным, как он вообще из Путина, который вообще никто, как он из него человека сделал. Наверняка нашлись люди, которые шепнули Путину, и судьба, скорее всего, была решена. То есть не в попад, не вовремя сказанное слово погубило вот эту всю карьеру. Как я уже сказал, решением лондонского суда от 2014 года практически все активы Пугачева по всему миру арестованы. Он уже не миллиардер, живет он в Ницце, да, он бежал еще из Великобритании во Францию, потому что в Великобритании его ждала решетка, реальный срок ему светил. И суд обязал его находиться на территории Великобритании. В нарушение этого решения суда он бежал во Францию. Теперь он находится в розыске еще со стороны правительства Ее Величества. Ну, видимо, ему придется сидеть во Франции всю оставшуюся жизнь. Он подал то ли в этом, то ли в прошлом году в суд в Гааге иск на Российскую Федерацию на 12 миллиардов долларов. Я думаю, что он его проиграет. Я думаю, что напрасно он вообще ввязался в это дело, потому что это дело может закончиться и реальным тюремным сроком, потому что много, слишком много скелетов в его шкафу, и напрасно он поднимает шум, потому как это все может привлечь внимание к тому, что он до сих пор очень тщательно скрывал. Вот такая вот печальная сага. Но вывод из этого, как говорят, вот есть такая банальная фраза, в истории не бывает сослагательных наклонений. Смотрите, что произошло с участием Сергея Пугачева. Значит, первая крупнейшая коррупционная афера с участием высших должностных лиц государства. Это вот это дело «Мабетекс». Это первый международный скандал, первое крупное отмывание денег. И вот эти наши герои, Бородин, Пугачев, Путин, они во всем этом были вовлечены. Они, ну тут прежде всего Бородин и Путин через Путина, сумели прикрыть это дело и спустить на тормоза, устранив генерального прокурора Российской Федерации, и потом это все дело, значит, положить под ковер в России. Если бы это не случилось, если бы это дело было расследовано до конца, но были наказаны бы люди, ну, немножко больше было бы шума на короткий промежуток времени, потому что, ну, фамилию Ельцина, президента Ельцина потрепали, всем членам их семьи то же самое. Россия стала уже отмороженной страной, которая, руководители, которые воруют деньги, которые только что выключили на Западе, якобы для того, чтобы кормить свое население. То есть, ну куда еще, куда больший позор. То есть, довели бы это дело до конца, был бы импичмент, виновные были бы наказаны. И сейчас не было бы президента Путина. Глядишь, и страна была бы чище. А так, вот этот вот эту раковую опухоль оставили в организме, и она теперь вот при Путине дала уже метастазы в полный рост. И вот мы имеем то, что мы имеем. Вот что нам поведал Сергей Пугачев
в своем интервью Дмитрию Гордону. Я думаю, цели у него были другие. Видимо, готовясь к этому процессу в Гааге, он себе создает, вернее, хотел создать образ человека, который был, как говорят американцы, kingmaker, то есть человек, который делает королей. На самом деле, вот лично мне, он предстал как один из коррупционеров, которые ограбили страну, а потом привели ее в такое состояние, в котором она находится в настоящее время. Такая вот печальная история. А вам я пожелаю, дорогие мои зрители, коллеги, пожелаю вам приятных выходных, всего вам хорошего и берегите себя.